Всем привет! Хочу вам сегодня показать. Это знаменитый такой охотничий рыбацкий магазин в Америке Bass Pro Shop, ребята. Очень классный магазин. Сейчас пройдемся везде. Посмотрим. Карантин окончился. Я вырвался из дома. На рыбалку пока не могу идти, но хочу что-то снять. И, соответственно, сделать какие-то покупки. Так что идем смотрим. Вот такие спиннинги. Аквариум, короче. Очень круто. Смотри, какие ценники. Бейткасты. А, вот. Кому интересны цены на крючки. Вот owner компания. По $12. 19 штук. Вот. Крючки на вес золота у нас. Очень большой ассортимент. Какие хотите. 100 баксов готовая удочка. Эти подороже. Вот это выбор. Мои любимые удочки Pen компания. Они для морской воды сделаны, очень выносливые. Вот эти, которые я пользуюсь. Вот их ценник. Вот рюкзачки всякие, коробочки для снасти, для баса. Всякие блесна, несколько рядов вот там этого всего добра. А вот лягушки для баса, тоже иногда я на них ловил, прикольно получается. Особенно мне нравится вот эта лягушка, и на нее очень много рыбы поймал когда-то. Закину себе в арсенал снова. Не, лягушки это, ребята, тема классная. У нас же пауки есть. Всякие разные пауки. Вон, вот такая лягушка. Она даже, наверное, квакает, когда ее дергаешь. Прикольно. Мыши есть, вот. Даже мыши. О, вертушки. Я в Миннесоте ими часто ловил. Это тоже хорошая вертушка. На щуку особенно. А тут ты можешь свои вертушки строить. Вот так. Такие у них декорации здесь. Прикольно. Это знаменитые басовские лодки. Для рыбалки на баса. Смотри, какие красавцы. И сколько такая штука стоит? $61 000, ребят. Вот это. Чтобы поймать рыбу, надо потратить. Ну, плюс налоги, все. Около 80 тысяч. Так что это вам не шутки, друзья. Здесь рыбалку очень серьезно к себе принимают. А ну, о, самая дешевая лодка у нас 41 тысяча. Вот такая. Ну, неплохая лодочка. Быстрая, наверное, 150-ка, наверное, Меркурий стоит, скорее всего. Да, 150-ка. О, неплохо, неплохо. Вот, лодка для морской рыбалки. Круто. Знаете, такой очень опасный магазин. Все хочется покупать. В шоке просто. Короче, Диснейленд для рыбаков. Руки чешутся, все хочется купить. Но надо себя в руках держать, брать только то, что нужно. Вот так. Громадный магазин. Это даже я
Еще четверть не прошел. Это только рыбацкая. Здесь еще охотничий айл есть. Но мы еще походим. Время есть. Вспомнил, что у меня на каяке ножика нет. Решил взять себе такой ножик. Яркий, острый. У меня дома лежит такой. Для мелочевки. Легенький. Все, я его забираю с собой. По-моему, 10 баксов такой ножичек стоит. Все. Будет у меня на каяке ножик. Что вспомнил, что на моей последней рыбалке я утопил линейку. У меня вот точно такая же самая была. Сейчас снова куплю. Вот такая линеечка. Все. Не знаю, я привязал, короче, и она взяла, все равно выпала. Красивая линеечка. Надо брать ее. Очень удобная. Сюда ложишь рыбу головой и все отмеряешь, смотришь, легальный размер или нелегальный. Удобная вещь. Жалко, что я тут потерял. Классная штука была. GPS разные. Вот этот у меня, пришлось к нему карту покупать. Классные штуки. Минкот — это самые знаменитые, самые дорогие моторы, электромоторы. Ну, эти с дешевых, но вот этот класс, он сам едет, якорица, короче, крутая штука. С таким пультом идет. У него все, видите, якорь, все есть. И бассейн такой. И здесь такие здоровые рыбы плавают. Это красная рыба. Тарпан. Видите, вот это тарпан и красная рыба. Вот. Два тарпана вместе плывут. Там где-то, по-моему, снук прячется. Да, это снук. Смотрите, они здоровые, наверное, килограмм по 20. Это их знаменитый бассейн. Смотрите, какие басы громадные. Вот красная рыба. И смотрите, какие здоровые басы. Эти. Аллигейтор, гар, панцирная щука. Сом какой-то. Круто, круто. Что, поднимемся наверх, посмотрим, что сверху здесь. Можно использоваться лифтом. Но я хочу походить, полазить. Вот так. Мишки доигрались, постреляли их. И теперь они здесь. Этого застрелили, срубили дерево и обратно их здесь повесили. Вот такой он магазин со второго этажа. Бюджетные каяки. 600, ну ничего себе бюджетные. Такой мелкий, даже я сюда не залезу. 550 баксов. Вот морские каяки. Здоровый большой каяк. Это 12-футовый, да. Как раз таким Ocean каяк и должен быть. О. Вот такие красавцы. Это для кемпа все. Вот, теперь всякие грили, куча грилей. Какие вот хотите. Ну, идем посмотрим, что у нас. О, это как у меня, грил на палете. 500 баксов. Про-серия какая-то называется. А, Cabela's. Про-серия Cabela's. О, что посмотрим, что еще.
Вот, газовые грили. Этот обалденный. Команда. Команда Джао, ребята. У нас тоже они есть. Видели? 800 баксов. Керамический грил. Все, надо даже не сказать. Куда я новый. Куда я пущу наши деньги. О. А этот поменьше немножко. Да, этот не. Нет, тот же самый. Нет, они, да, они оба одинаковы. Что этот, что тот. Этот интересная коптилка. Это коптилка вот такая. 500 баксов. Но Команда Джо — это крутая штука. Команда Джо нужно купить. Это тот гриль, который я всегда хотел, но не мог его найти. А тут он продается, кстати, не очень такие. Он дешево по сравнению с Green, с Big Green Egg, он, по-моему, половину почти что дешевле. Так что я думаю, это будет правильная покупка. Все. Знаю, куда дальше буду деньги тратить. Так, а вот это у нас рай для охотников. Прямо на, мы прямо на небесах. Второй этаж. Вот такой олень красавец. Сейчас я с него рога заберу. Это рюкзаки, я тоже такими пользуюсь. Очень классная штука. Правда, недорогие они, по-моему, около 400 долларов я за свой заплатил. Но вещь того стоит. Очень крепкий, легкий, прочный. Вот такое. Ружья, стволы, короче. Хочешь стрелять, бери, стреляй. Луки, стрелы, все для луков. В основном, обычно все в 10 раз больше. Очень мало висит что-то на выставке. О, арбалет за штуку баксов. Видели? А этот вообще штуку 200. И у нас арбалеты, друзья. Вот так. Вот всякие прицелы. Это все для лука. Они вот так просто лежат. Взял, пошел, заплатил. Никто не прячет от тебя патроны. Прикольно. Я смотрю, разбирает. Очень мало патронов на полках. Обычно здесь такие две полки громадные. Но все повыбирали. Нету. Наверное, больше не будут так продавать патроны. Вот так. А мы посмотрим, что у нас здесь. А, это у нас камеры. Смотри, какой выбор камер. О. Еще снизу дешевые компании. Ну что, воспользуюсь лифтом в этот раз. Что, поедем на первый этаж? Ну, поехали. Вот, здесь у нас всякие острые соусы. Ass in the tub, hot sauce. Так что, друзья, иду я на кассу, буду платить. Надеюсь, вам такая экскурсия со мной понравилась. Надеюсь, я надеюсь, что вам понравилось. Так что, друзья, всем до новых встреч. Всего вам самого лучшего. Все, до нового хорошего видео. Все, давайте, до свидания.